Доброе утро, Узбекистан! Сегодня я переезжаю в другой город. Так что, Оксана, все, от вас я уезжаю. Спасибо вам большое, у вас было хорошо. Приезжайте. Мне очень все понравилось. Приедем. Где Димка? Ее сын мне обещал лезгинку танцевать. Да. А здесь я хочу поблагодарить гостиницу, в которой я жила. Анвар — это хозяин гостиницы. У меня к вам прям благодарность. Спасибо вам большое. У вас была потрясающая гостиница, вкуснейшие завтраки, обслуживание, персонал. Все было на высшем уровне. Друзья мои, если к вам приезжают в гости или вы сами решите приехать посмотреть Узбекистан, я закреплю ссылку, чтобы вы могли связаться с Анваром, забронировать гостиницу. Я рекомендую, мне очень понравилось. Я вам еще покажу, как мы с ним время проводили. Друзья, сегодня я приехала отдыхать в Замене, познакомилась с потрясающей семьей, с которой вас будут знакомить. Так как я пришла и время приближается к обеду, сейчас готовят казан патыра. Турыма? Казан патыра по Узбекистану, Нанымыз, да? Да, это ваш хлеб. Это их хлеб, который делается только в этой части Узбекистана. Сезон милятыгыз кыргыз ба? Кыргыз біздегі. Бир, А мен әлі яшман әлі? Егірт еші болады, неше яшызға? Өзіңіз айтыңшы? Егірмі үш. Сіз мен? Сізге он сәкіз? Сіздің ұлада мәхмалар кіре? Күшнелердіз чаққыда абетқа. Его соседі уже пришли да абет позвали. Қатыныңыз тоже мұнда тұлу? Жоқ, ол нәректі, центрді. Қайырдан таптығыз? Жына рядышкіндес. Қайырдан таптығыз? Бу өзі мені тапты. Ана, я говорю, где нашли? Она сама меня нашла. Өзі мұнда келіп. Даниярчық. 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 Кешкі сәт 10-11-лерде. Пожалуйста, бұл тоже сізге өзіңіз. Бірге. Амналарыңе. Так. Бұл мұнда абетқа чай қой. Амналарыңе. Сау алейкум. Здравствуйте! А вас как зовут? Чумаханы. Это какой у нас тут родник под краном? Обувка чистится. У вас тут, слушайте, прям лакшери условия. А как я удачно тут гуляю по кишлаку? Рахмат, Рахмат. Молодцы какие! И сами уберут? Я их так уберу. Какие молодцы, да? Майсан. Говорит, здесь должен гость первый начинать. Я говорю, баш. А, бу мастаба калга. А, мастаба. Это мастаба каста мы будем пробовать. Сидим суга стазайма. Таза. Була су, да? Это очень вкусно, спасибо. Вы меня спасли. Хорошо. Дуден меня кояшты хахлысит ма? На кояш была. Я приехала. Я на ямгур, а на крыше се. Хахлагас. Ямгур. Ямгур. Кичка была. К вечеру намутим. Да спорим. Картошка морде. Да спорим, говорит. Вот курильбе. Спасибо вам большое за такой вкусный обед, за такой стол. Приятного аппетита. Давай, увидимся. Какие помощники сюда? Помощник Варгазур. Понесли. Телефон. Да, трубку армайда. Авария была. Хочешь приклеить? Авария была? Трубка не берется, с ним авария случилась. А ты громкий связь там, да? Ладно. А здесь форма другая, у нас пара. Вот, да. А, все, хлеб готов. Пошли, говорить. У нас казан поставили на огонь. Сейчас ждем, и пока он раскалится. Сыз меня, сыз нам хаты на газ, нам калганда, сыз. Она, блин, юрий, сыз мы. Я говорю, когда ваша жена готовит, вы здесь ходите? Конечно. Я говорю, ей помогаю разжигать. Тура, тугрей там. Тура, тура. Мен алау яқып тұрамын да, алау бар. А я говорю, это поджигаю костер. Ой, а вот видели?
Вот так делается хлеб. И это только в этой части Узбекистана, друзья. Я сама вижу этот первый раз такой процесс приготовления хлеба. Смотрите, как она ловко казаном управляет. Бушунди процедура гельхолонайма. Аркас веткатте. Смотрите, сверху смазывают лепешку молоком. Это молочные лепешки. Смотрите, низ у нас уже пропекся. Лепешку сверху, получается, смазывают молоком. Это для цвета, друзья. И сейчас ставят. Казан ставят на бок. Хазер тоган. Хар биш минут без она ищтема. Ну, вообще, друзья, знаете, с чем можно сравнить этот процесс приготовления хлеба? С блинами. Просто толстые блины. Да, без масла. Да, без масла. Эй, Айгулига сбегрек бит. Дюймовочка. Обратите внимание, что делают. Казан перевернули прямо на огонь. Иллекмен бетенон. 50 тысяч, это выходит $5 один хлеб. У нас получается также казан остается в таком положении. Здесь только уголь, огонь идет в ту сторону. Также, а вот, переворачиваем. А хлеб как поднимается. Этот хлеб получается, друзья, и горный воздух впитывает, и запах, ароматы костра, дыма, молоком промазаны сверху. Еще мой для йогаса, еще маслом сверху. Я такое видела в первый раз. Вот хлеб, получается, мы опять взяли. Он так и все держится. Ну, это то, что у нас казан без масла, из-за этого держится. Интересный, да, процесс приготовления такого хлеба? Я представляю, какой он вкусный. Сут бы. Ичкенен сутя. Ичкенен сутя? А, это с козьим молоком промазывают сверху лепешку. Букенен милинана. Узбекская. Узбек и заминский. Заминский. И снова поставили в такое же положение. Жуда чрайлы нончера. Очень красиво хлеб получается. Я на яркий момент. Видели. Ее муж как помощник? Альбатта. Конечно. Все знает. Яхшо, Айлягас, ты знаешь. Да. Молодцы. Все, нон пошибет ты без них, да? А, все, без нон пошли. У нас хлеб, друзья, приготовился. Выглядит он вот так вот. Да не рака уже здесь, а? Помощь? Как ран. Куда берепа? Да. Хазар чагарабас. Сейчас мы, получается, забираем наш хлеб. Обратная сторона выглядит вот так вот. Сейчас все. Вот такой вот хлеб у нас получается. Какой аромат стоит. Хазер мой ягамес. Мой. Он, наверное, хуйрга была? Домашний звонит телефон. Алинк. Алинк, алинк. Алло. Алло. Салам алейкум. Прямо растеночка это. Алло. Вот, зуны с кем был? Алло. Алло. Куркаттагыз. Алло. Напугал. Зылып қалды, кіріп сарвался. Я не напугал, это сорвался вызов. Россия звонит, Россия, Россия. Алин. Алло. Лабай. Алло. А, салам алейкум. Шуда қозғыма да. Алло, салам алейкум. Қозғысын. Дилмурат. Дилшот. Мәзімна. Здесь ассалат. Поэтому все покусанные здесь ходят. Да, да, да. Хочу вам показать, как выглядит очередная пасека в горах. Вот я нахожусь где. Сейчас покажу. Вот это пчелиный домик у нас. Ай! Они летают, у меня прям, я чувствую, как они мимо меня пролетают. Син корахмейсама? Нет, не боится смерти, весь покусанный уже. Салам алейкум, сіз асалчымы? Siz yaxshimi charchamadingizmi? Yo'q, charchaganim yo'q. Osonlaringiz yaxshimi charchamadinglarmi? Damol yaxshimi chizdim. Все говорит хорошо. А, это дети кричат. Я думаю, что такое? О, сіздің жуда чырайлы рамкалары. Яхшы. У нас нем көрме. Какие красивые, аккуратные улья. Бұл узбекский осонлар ма?
Rossiya'ya mı ketiyap mı salarlar bari? Bu Tatar mısınız? Ben Tatar, Tatar. Tatar'a uşak ketiyap mısın? Ha. Ooo! Bunun ortada balaları. Balaları, hayır. O, kurt. Bilemin. Yaşı. Какой красивый, какая красивая пластика у него. Ой, какой молодец. Ну не надо. Возьми. Как? Да, возьми. Рахмат. Ой, Рахмат. Рахмат. Как пахнет. Вот, на. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас. Мне кажется, прям очень прекрасно. Посмотрите, какие цветочки. Как я их удачненько расположила на себе. Прекрасно. Пойдем. А? Жуна чрайвама? Сухни, сейчас? Ой, как ты что? Гульга рахмат. Гуль и чун рахмат. Рахмат. Лиман, да корейцы? Смотрите, что я видел. Я знаю, а я тут могу. Харахмат, раз я. Ага. Каспий денес. Ну, Баку? Баку, Тбилиса. Грузия, значит, где-то мы рядышком, в 2000 километрах. Сюда, а куда сюда? Казан, бар, Москва, бар, мы Москва. Москва, вот, Киев, Минск. Минск, Беларусь, так, это Беларусь, у нас братья, нет, не туда, чуть-чуть сюда, рак. Обратили внимание, да, здесь карта есть. Вот, Москва, Москва, там Китянь, бля, Чебоксары, Пусан, Ёшкар-Ала, Казань, Казань, где моя Казань? Она где-то здесь, сейчас, Вологда, не туда, Казань, Казань. Вот Казан. Где? Она. Кузыгыз, яхшы курайкан. Казан? Вот. А, да, Казан. Казан. Казан и Казахстан, и Узбекистан. Смотрите, вот я дом, вот я дом, вот мой дом. А вот я тут сейчас. И Узбекистан, она света, да, сзади, Варка? Кайда, я кусатырыз. Она света, да? Вот сколько я про... А света. Я уже икен, ручка бармаган. А? Куп я уткенман. Много проехал, видели, где я? Вот тут я, вот тут я. Вот тут я жила, тут я живу. Это дуньяны территориясына билип койган яхшы да. А, яхшы беле. Мен экинис койса кандага? Его старший сын хорошо знает всю территорию, вот изучает эта карта его. Мен айтам да, что тахминимде окуумдагы как Киев каяда дейм да? О, шундай кылыптан точно расыл кылып да. Я его проверяю, где Киев, он точно говорит показывает. Америка мысалы Вашингтон тап деймин. Он сразу говорит вот так. Я говорю, ему говорю, Вашингтон найдём сразу. Да? Он даже не ищет. Сразу табат, да? Табы перегас мега Ташкент. А? Тапа перегаз. А? Сумда тават то? А, сэс? А, мана, Ташкент. Яхшы. Мана, Япония. А? Вады, Андижанар, кайрда, курсатыгыз? Курсатыгыз? Мана, Узбекистан территориясы, а? А, сэс, тигы, всё, настрой. Вот, кичи мне чай бина, мой бюллетер. Он сразу нашёл Андижан. А? Не чай ел, сэс, тұрмышта? Эй, 16 яшта тұрмыш құрғамыз, екеліміз. 16 ма, тұрмы? Кай айда чықтығыз, ойландығыз? Октябрь. Ой, синдай тота. Числосы? 10 октябрь. Өзім мен туған күнім, да? А, сіз он на свой день рождения поженился, поэтому помнит. Ну, не поэтому, что прекрасная семья. Очень стройная, очень. Четверо детей. Вы посмотрите, как она выглядит. Стройная, стройная и симпатичная. Синмина чырасын, мэ? Разлак. Бу не маклоун, да? Бу интуалары билетлары. Сіздің имтихан ма? Иртега. Иртега, русская. Ха, я вас любил. Любовь еще быть может в моей душе угасла не совсем. Сызману я отвысла. Вы видели, они Пушкина учат? Я твоя. Я вас любил. Я вас любил. Любовь еще быть может. Любовь еще быть может. Да. Я вас любил, любовь еще быть может. Я ваш. Я душа, я душа моей угасла не совсем. Берге, я твой письмо. Я дам беремы? Крепно? Я говорю, давай помогу, давай вместе будем учить. Ну давайте, друзья, я буду пока учить. Это что за маленький оператор? Это же мой оператор, Киляля. Это же мой теперь будет оператор. Буду с собой его везде возить. Оператор подрастает. Все спрашивают, кто у тебя оператор? Кто? Вот кто. Давай. Я вас любил, еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас
Но куда она вас? Больше не тревожит. У меня лагман. О, у нас на ужин будет лагман. Да. А, без нема кламас? Хаммасын кламас. Мин уйда булмадым. Она говорит, вы дома что готовите? Я говорю, я дома-то не была, сколько уже? Молодец. Алло. Алло, алло. Материться кто-то в трубке. Антина Яхшимас, алло. Бульмадам? Сызбит кохладыма, сайтыгас кичка янгр болсун. Он сказал, к вечеру пускай будет дождь. Я ему сказал, сейчас будет, когда начался гром. Он говорит, нет, не надо. Мама, яхсын. Яхсын ма? Яхсын ма? Ява. Нечи сад, бір сад ма? 10 минут. А, 10 минут пускай, говорит, дождь будет. Чарчана да кызна? Чарчашка вақ болмайды ғой. Вақ времени, говорит, нету на уставание. Ку-ку-ку. Корчака. Везде обычно начинают лагман с мяса, а здесь начали с лука. Всегда контроль. Сыз Данирака всегда контроль. Он всегда с нами. Контролирует весь процесс. Лук у нас обжаривается, добавляется сверху мясо. Джуджаларым. Опакана джуджаларым. Добавляем картошка. И наш половина лагмана готова. Все это обжаривается. Добавляем водички. Лагман все, друзья, оставляем и идем делать тесто. Они и пошел. Хазар без хамар хуя без хлама. Сейчас мы будем делать тесто на лагман. А унгу, бізді мінде жайдар ұрады, ұн болса, тұқымсадамыз қамыр езілмей. Мана ұн зор болғансын, әлі қылалмай қаламан, зә тұқым ұшылап қалады ғой. Шыздырадым. Если добавить яйцо, то тесто будет жесткое, поэтому мы делаем без яйца. У нас будет соль, мука, вода. Вот все, что входит в состав теста для лагмана. Тұрсын. Кеттік? Тесто готово? Екі мұнын. Екі мұнын. О, яңғыр болды ма? Вот, я же говорила, дождь. Вот, видите, все, дождь. Сурады нас по Озгине. Мегас. 10 минут точный дождь. Мне сэс хохладыгас. Мин сэска янгдыр бирдемен. Кечем болды. Кече хохладыгас тоже бирдемен. Мне бүгін куяш хохладыгас бит. Все, что хотите, все, любой каприз. После обеда? Да. Солнце? Да. А? После обеда было солнце. Дождь. Да? Как хотели. Как ищете? Она узбекистанская Швейцария. А? Да. Я тут-то там. Мен, мен айтканеге тоқтайын. Айтын. Сіз айттыңыз, она қымайды. Она через 15 минут. Через 5 закончу дождь. Через 5. Мы муку просеяли, сейчас приступаем к раскатке теста. Смотрите, какое тонкое тесто раскатывает. Очень тоненькое. Кеттік. Кеттік? Қайырға бұрамыз? Сиыр бұлан ешке ашқаныз. Все, пошли, говорит, там уже и коровы, и ешкалер, и козы вернулись. Получается, как я вам говорила, козы у них возвращаются вот с этих гор. Обратите внимание на крутость гор. Прекрасное место нашла. Здесь у нас коровник. Сейчас я буду приближать, и вы попробуете увидеть вместе со мной. Вот, 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 видите, вот здесь у нас козы. Ой, их здесь их и услышать можно. Это козы-альпинисты прям-таки. Смотрите, видите их? Вот, 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 ходят, вот. Вот, смотрите, чтобы вы понимали, насколько я прибавляю камеру сейчас. Вот, 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 шевелятся козы, вот. Вот. Жуда Чараева. Спасибо очень. Я вам, друзья, такое покажу. Сейчас. Смотрите, что я нашла тут.
Ой. Смотрите. Эти батюшки. Ой, кто это у нас тут? Цыплятки. Смотрите, какие маленькие, только родившиеся цыплятки. Ой. Мен, сіздің тауқыңыз табықны съемка қыламын деген чиви жүжәбілен. Бұл мен а? Че қады мені? На меня курица напала, прям серьезно напала. Говорит, если детей тревожить, чухай. Мина, она так, чуть-чуть. Поплакали. Не плакали. И ладно. Горные козлы вернулись наконец-то. Вам дам? Один готов. Это ради этого мы тут так шахнули. Кем? Очень много. Вечкем. Бир сутын. Вечка, бирсы! У меня бармак на мой! Вечка, сытым на бир! Капляна шагакера? Друзья, всем спасибо. Вот столько молока дали 3 козы. Хотите, попробую на вкус скажу. Все, друзья, мы козу подоили, руки помыли. Сейчас приступаем к нарезке лагмана. Какая гуляпа, быстро, ловко. И молодец станет, да? Закончили. Обратите внимание, маленький кусочек оставляю. Ой, оставляю для дочки. У нас лагман получился, лапша для лагмана. Посмотрите, какая у нас красивая получилась. Допустим. Это то, что я показывала, не остатки нарезаю, вам подошел, воду добавил. Я вас любил. Я вас любил, вот в этот момент в душе. Вот. Это там синги махчима. А, сутливо? Вот, я пробую козье молоко, которое сама надоила. О, яша. Ну, я же курямин. Я очень люблю молоко козье. Все, у нас вода закипела. Сейчас разделяем. Ждем, пока наш лагман приготовится до конца. Здравствуйте. Да, когда встречаешься. Вот, ассаламу алейкум, Руща. Здравствуй. Молодец. Яхши? Яхши, хороший. Молодец. Все, друзья, наш лагман готов. Сейчас мы его раскладываем по тарелкам. И будем пробовать, что у нас получилось. Ой, какой лагман у нас получился. Хорошо. Салат классный. Ой, какая молодец, помощница. Посмотрите, друзья, в каком красивом месте мы будем сегодня ужинать. Ну, сейчас, когда я сяду, в процессе вам расскажу, потому что у меня вот маленький друг, Кита, он ждет сок. Пошли, сок пить.
Узбекистанга келдиңиздер. Биздин миллий таомларыбыз. Какая наша птица вообще молодец. Приезжайте к нам в Узбекистан, наше национальное блюдо пробовать. Молодец. О, какой, да, тебе? Мужик. Рахмат, рахмат, кате, рахмат, сизга. Все, друзья, мы приступаем к ужину, который мы сами готовили. Это будет лагман. Вот наша вся компания. Главный мужчина. Царь. Вот, друзья, еще раз обращаем внимание, это хлеб, который готовится только в этой части Узбекистана. Молочный хлеб. Здесь вот это все масло, сверху молоко. Майга яга была мы? Башла гы? Зур и кян зур. Это, друзья, очень вкусный хлеб, прям очень. Тонкая, хрустящая корочка. Внутри очень мягкое, вкусное, нежное тесто. Мазале. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Яхши мисез? Приятный аппетит. Спасибо. Утринг. Яхим нештага. Саллах рахман рахам. Куда бейзик амул? Алхамдулла, алхамдулла. Аллаху акбар. Тенчба. Ютлазас. Пара. Яхши. Ты что мог отсутай? Бунима густа? Мал густа ма? Куй густа ма? Не, мал густа. Лагман очень жирный. Куй густа? Мал густа? Куй густа? Не мал густа? Так, на скор. Куй густа мелкодым. А, сіз мал густа? Не, мал густа. Куй густа куп емеймен, да? Сізге кәтті рахмат шундай ойла сізнің. Да. Спасибо. Это были добрые пожелания этой семье. Мне очень все понравилось. Ой, гуляпа! Эй, рахмат! Вот, очерашавыз. Все, болды сіздің йокты ойлайгыз, оққатларыгыз мазалы. Кәтті рахмат сізге. Келін. Кәшәкөр. Сау болин. Наргиза. Сау болин. И. Все, друзья мои, пока-пока. Вы меня курчакапам. Курчакапам. Спасибо. Безенмайды, да? Помада-самада коймайды. Табии жынай. А помада алып келсам, чырайлы рахмам? Йоқ, сіз чырайлы апа. Все, сау булинг. Мен кеттемін. Айе, до свидания всем. Пока-пока. Алғатта ұтамыз. Тақтағы мен үшірешмайды. Адам-адамын үшірешады. Йоқ, құдай қақыласа үшірешмайды. Сочиде үшіреш құрайымыз, Сочиде. Сочи ғыртов едерсе, о, такой молодец. Потом Ялта. Вот, все, тура. Пока. Друзья мои, привет-привет. Сейчас хочу вам рассказать об очень приятной вещи. На днях мне девушка, которая подписана на наш канал, ее зовут Наргиса. Это, получается, наш с вами новый друг. Она мне написала в Инстаграме и сказала, я для вас отправляю доставку. Мне было так неудобно. Но она сказала, все, ничего не обсуждается, для вас отправлена доставка. Выхожу, я встречаю вот такой пакетик. И сейчас вместе с вами я посмотрю, что будет внутри. Так, ну, сейчас мы давайте вот так вот. Открыточка. Тут... Дорогая Эльвира, меня зовут Наргиз, я подписана на ваш канал. В путь я живу в Ташкенте, Бейсвэм, путешествие в Узбекистан. Мне очень нравится, сколько нового узнала из ваших видео. Вы всегда в дороге, у вас неправильное питание. Примите от меня в подарок продукцию Энель. А, это все продукция Энель. Я занимаюсь реализацией, сама на ней похудела на 9 килограмм. Вот вам от меня презент, чтобы вы были стройные, красивые и сытые. Результаты весят через 2 недели. Эта продукция натурально помогает всем. На себе проверила. Ее можно и мужчинам, и женщинам, и детям. Удачи вам, Эльвира, с любовью и уважением, Наргиз. Огромное спасибо. Я очень люблю, когда пишут записки, открытки. Посмотрите, что она мне отправила. Даже шейкер. Вот такой вот приятный презент мне сделали. Это, получается, коктейльчики, кофе. Ну, давайте я сейчас прям сразу и попробую. 6 растительных компонентов, способ применения. Ну, стику. Так, ну, ладно, будем худеть вместе.
шланг. Засовываем стику. Мешаем водичкой. Приятная, вкусная вещь. Если от нее еще и худеют, то я рада. Кто-то наверняка знает эту продукцию. Вам кто-то заказывает. Кто с Ташкента, обращайтесь к ней. Вообще во всем Узбекистане есть доставка. Вкусно. Вот только попробуйте мне кто-нибудь сказать, что я поправилась. Но если честно, давайте так. Я буду проверять это на себе, и через 2 недели примерно я вам расскажу. Еще спасибо, отдельное спасибо за то, что мне отправили каши. Так, ну это какой-то кофе. А сейчас, ну я вам буду периодически рассказывать о своих ощущениях, что это такое. Так, ну пока я мешаю, можно пропустить, наверное, этот процесс. Как приятно. Спасибо большое, спасибо, мне правда очень приятно. Сейчас попробуем. Кстати, шейкер очень удобная вещь, я теперь с собой буду всегда носить. Это что такое, вкусное? Очень вкусно. Для тех, кто любит кофе, холодный кофе, это потрясающе. Правда, очень вкусно. Еще раз, Наргиза, вам огромное спасибо. Я, друзья, отмечаю, может, кто действительно игру пользуется этой продукцией, заказывать у нее, будем друг друга поддерживать. Помните, мы с вами одна команда. Ну, очень приятная вещь. А подарки получать, это правда очень приятно. Посмотрите, она мне столько всего отправила. Наргиза, вам огромное спасибо. А в следующий раз я попробую кашку, друзья, я вам расскажу, что это такое. Все, друзья мои, пока-пока. Наргизу отмечаю, то есть по клику вы можете перейти к ней. Если кто-то действительно пользуется этой продукцией, давайте поддерживать друг друга. Пока-пока, вы у меня самые лучшие.